have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Итак, мы неожиданно так закончили прошлую серию. В этой серии мы идем делать, вроде как, наверное, финальный квест, но игра нам об этом очень сильно так намекнула, упомянула, поэтому я думаю, что... Поехали. Лев впереди, вы готовы, ваше мурлычество? Да, нам нужна магия. Сложность один череп? Серьезно? Давайте я сразу на мага переключусь. Владение льва. Это дворец, портал в нулевое измерение. Что за мяу? Это самозванцы. Неплохо так. Неплохо так разошлись. Итак, куда нам? Ну, пойдемте. Да хорош меня лупить! Чуть-чуть мы подкачались такие. Ой, хорошо, денежки-то дали, неплохо. Я так полагаю, что основной будет все-таки наверху, да? Да я же ушел из зоны атаки! И лопнули. Так, хорошо. Давайте это я тоже заберу. Вот как раз я жаловался, денег на прокачку не хватает. На, держи. Итак. Отхилились, хорошо. Нагрудник ледяного мага. Тоже прикольная штука, кстати. Вообще, так-то, по сути, вот эта вот серия игр, что первая, что вторая, они очень круто заморочились по поводу вещей. Это очень... Ну, видно, что разработчики прям молодцы, старались... Много пасхалок, много крутых шмоток, они необычные, они вот прям реально всем бы делателям РПГшек такое бы зафигарить. О, блин, опять эти клоуны. Твоя власть пала, лев. Вы болваны, вы все еще живы. Почему вы не дали мне установить истинный мир? Пока существуют собаки, война никогда не закончится, разве это не ясно? Да, покажи им ваш приговор. Не расстраивайте меня сейчас, механички. У вас даже нет королевского клинка. Что ваши лапки могут мне сделать? У вас есть нечто сильнее. Интересно узнать, что? Да. Ух ты ж, как я отхватил-то сразу. Блин, а магия на них-то так-то в самом деле неплохо. Нет, я пошутил. О, хорошо, минус два. Блин, мне бы хпшечки поднабрать. Сгорите. Ты еще жив? О! Берсерка врубили. Ай-яй-яй-яй! Надо подлечиться. Иди сюда.
Я понимаю, что я просто ману себе набиваю, все нормально. Я понимаю, что ему мои удары, в принципе, пофиг. Я просто хотел набрать ману, подлечиться. Теперь надо набрать ману, чтобы поджечь его. Ну все. Нормально. Фух-фух, мяу. Невероятно, как ты это делаешь. Просто две лапки лучше, чем одна. Я покажу вам, что могут мои лапки. Блин, это вторая фаза. Нет маны, круто. Мне надо набить ману. Ну да, горит он все так же неплохо. Да, отпусти меня, блин, сраная аура. Гори. Да, 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 нет, 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 иди нафиг. Нет, это ратата, уйди. Блин, вот эта манна прям жесткая. А-а-а! Офигеть! Уйди, уйди, уйди! Все. Фух. Единственное, чего я всегда хотел, это мир. Истинный мир. Но, наверное, ваш способ лучше. Лев. Блин. Очень грустный момент. Мои короли, мне жаль, что вам пришлось это сделать. Прощай, Лев, мой старый друг. Мяу, что случилось? Войне конец? Уже скоро, пока власть льва уничтожена. О, мы спасены, больше никаких неполапных налогов. Да, ну, умоляю, возвращайтесь по домам, здесь все еще небезопасно. Кыш-кыш, брысь! Судьба горожан в наших лапах, ваше мурлычество. Прекратить войну, прекратим эту войну раз и навсегда. Видимо, да. Это знаете, когда человек очень сильно верит в свои убеждения, он начинает делать все, чтобы сделать, чтобы жить по этим убеждениям, и иногда забывает, что эти убеждения могут быть неправильными. И на самом деле он хочет сделать как лучше, он честно верит. Пещера льва, кстати, не могу мне сейчас зайти, да? Не могу. Вот, он на самом деле верит, что он делает лучше, но по сути получается хуже. Вот то, что здесь произошло. Это они же, по сути, просто они запутались, заблудились. С этим ничего не поделаешь. Оу, тут есть сторонний квест. Ну-ка, давайте. О, вы оба выглядите невероятно сильными. Не против, если я попрошу вас слегка поколотить меня? Зачем? Череп война. О, вам интересно, лепота, видите вон там?
Сейчас время призыва, я действительно хочу пойти в солдаты. Я не умею драться, но мне прочный черепок. Просто хочу выяснить, сколько ударов он выдержит. Как вам это? Можете бить меня до предела? Блин, я не хочу, чувак. Ты нормальный. Остановись, пушистое мгновение. Окей, сейчас я готов. Блин, я не хочу его бить так-то по-хорошему. У него, кстати, жизни вообще не уходят. Прикольно. И мы справились, я ничего не почувствовал. Офигеть, красавчик. В любом случае, ребят, спасибо. Вот, возьмите мою рубаху, она мне больше не нужна. Собачьи лохмотья. Улучшены сразу на 20 уровней. Пойду записываться, пока. Вот это квест. На секундочку. И мы с вами подошли на 100 уровне, кстати. Блин, оу, там есть магия. Совсем недалеко отсюда. Ребят, извините, я быстро сбегаю. Там есть какая-то магия новая, которой у меня еще нету. На острове. Я сейчас быстренько просто смотаюсь, гляну. Мне интересно. Прям реально... Реально недалеко, хотел сказать. Да, это на этом острове. Тут у нас... испытание на 100 уровень. Блин, я 100 уровень, но что-то мне страшно. Потомки королей, разбуди свою внутреннюю силу. Каталовка. Ну, типа, максимально да-да-да-да-да. Так. Так. Стойте, тут у нас было вот это вот космическое. Это у нас... А, это у нас берсерк. А это у нас было... Астролапка, да. Астролапкой, кстати, я не очень пользуюсь, и она у нас не очень прокачана. Блин, я хотел себе магию прокачать, я забыл про это вообще. Так, хорошо, что за каталовка? Ставит капкан на ваших врагов. Давайте я, наверное, ее поставлю вместо вот этой, потому что я пока не очень пользовался. Ну-ка. Да, это неплохо, кстати. Я понял. Это та магия, которая меня били, если честно. Кошечкин лабиринт? Чего, блин? Чего, блин? Это я так называется... Ай, блин, больно. Это я так пошел делать основные квесты. Я вижу, да. Это деньги дают. Это реально... Ай, блин, это больно. Это реальный лабиринт, если что. Даже так, тело древнего властителя. Окей, спасибо. А с этой стороны у нас ничего не было, да? А, тут еще деньги. Деньги я заберу. Уже извините. Я жадный. Я очень жадный кот. Окей, хорошо. Магию забрали. Вот неожиданно получилось. Испытание на 100 уровень, наверное, пока что. Ключ Дракота? Что, блин? Дракот, это же персонаж из нашей первой части. Да, нам вперед. Ключ Дракота. Второй ключ Дракота. Что-то... Похоже, где-то что-то разблокировал. Стоп, это тогда в подземелье, когда я шарил, было написано, что что-то где-то разблокировалось. И это такой второй ключ. И что-то где-то опять разблокировалось.
Вы издеваетесь надо мной. Блин, сколько в этой игре секретов? Как так вообще можно? Там сундук, если чё. Надеюсь, он не золотой. Нет, просто сундук в море. Пурпурного ниндзя апгрейдили оплачение. Блин, это просто реально офигительно. Сколько здесь всяких нычек, секретов. А что происходит вообще? Так, так, хорошо, ладно, ладно, спокойно. Нет, все-таки испытание на сотый уровень сейчас не пойду. По-моему, это может затянуться. Меня там по ушам навешивают. Ну, я почти уверен, что навешивают. Ладно, да, я немножко сдрейфил. Но надо бы все равно туда сходить. Просто чуть-чуть прокачаемся сначала. Блин, мне просто чувак попросил его по голове полупить. Так, все, сохранились, отлично. Идем. Замечательно, покончим с этим. Да, давай. Тут тоже будет замок такой, да, владение волка. Блин. Ах ты ж, я... Класс, меня уже чуть не убило. Тут у нас передышка, да? Так, я тебя понял, надо подгадать момент. Сюда. Сюда. Скорее! А, да. Круто, круто, круто. Типа, чего? Опять вы двое? Все меня преследуете. Верно, волк, эта война закончится прямо сейчас. Чудненько, я покажу вам, почему меня называют лаборатором. Ой, блин. Ух, это было... У вас нет даже королевского клинка, вам это не по лапкам. Блин, ну, в отличие от тебя, мы есть друг у друга. А кто сказал, что я один? У меня есть Канин. Уничтожьте их, мои дворняжки, или я уничтожу вас. Ты гавкающий трус, вы гавкающий трус и изменники. Преданность, вскормленная на страхе, может подвести в любой момент. Вторая фаза. Кому нужна преданность, если у меня есть я? Хитро, хитро. Это не он. Это он? Это не он. Это что, настолько апортально, что вы никак не усни... Собаками, котам никогда не жить в гармонии. Единственный способ — это страх. Нет, это, конечно, финальный босс, но, по-моему, я пришел перекачанным под финального босса. Кстати, так-то на секундочку код был посложнее. О, офигеть, что я сказал? Код был посложнее. Я шучу, чувак. Просто под одну удачную ульту попал и все, офигеть.
Нет, маны, нет, 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 нет. Я тебя магом убью. Убью. Я думал, что смогу объединить свою империю страхом. Я ошибался. Может, коты и собаки не столько разные на самом деле. Да, чувак, и я про то же. Офигеть. То есть шло легко, легко, легко. Бах, чуть не прибил нас в конце. Офигеть. Впечатляет. Выходит, единство сильнее власти или страха. Элиус, ваши хомячки повержены. Вы проиграли. Я видел этот момент за счетом количества временных линий. Это единственное, в которой единство побеждает. Единственное. Ха. Ты, блин, этот доктор. Возможно, я искал именно вас. Ух, так что война наконец закончена? Ух. Ав! В Персидском океане образовалась черная дыра. Что? Шерсть, стекло, что это такое? Идите ко мне, хомячки. То есть ты будешь нашим финальным боссом? Мои короли, если мы не оставим Элиуса сегодня, кто знает, что он сделает завтра. Еще один последний квест, окей? Два уровня сразу прилетело, офигеть. Блин, последний квест. Последний квест. Что мне с деньгами? Может, я качнусь? 23 тысячи у меня как-никак. Урон или броню, или шляпа, или магию. Или магию. Черт. Я не знаю. Солдат что-то мурлыкает себе под нос. Ой, собачьи боги, опять забыл, куда сунул эту записку. Неужели уронил ее в затерянную пещеру? Надеюсь, не... Так, кстати, это он нам дал тогда подсказку. Блин, с этим квестом надо будет что-то выяснить. Я не знаю, уже два ключа, получается, нашел. Просто собачительно. Короля, знаю, вы не позволите Элиусу испортить вас опять. Вместе вам по плечу любые горы. Да? Око вечности. Я жду, мои хомячки. Из всех возможных временных линий у этой самый сильный потенциал. Искал целую вечность, силу, которая может сравниться с моей. Потерпел множество неудач, но вы, мои хомячки, и есть эта сила. Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы добьемся бесконечного мира. Я вижу. Неважно. Черт. Так или иначе, эта сила будет моей. Так, у него... Это как Кракен! Это как Кракен! Горят они, по-моему, лучше, да? Надо их разъединить, подальше от глаза. Ай! Надо эти клешни.
Оу, спасибо. Блин, мага сейчас убьют. Не подходи ко мне, клешня. Надо клешню поскорее сжечь. Есть. А-а-а, берсерка врубили. Так, иди сюда. Ай, блин, больно. Это он себе, кстати, хилку-то врубает, если чё. Ай! Да, блин! Все, есть. Иди сюда. Надо подлечиться, дружище. Глаз нам ничего не сделает. Глаз нам на расстоянии ничего не сделает. Нам надо вылечиться. Если мы не вылечимся, то это будет печально. Иди сюда. Все, я готов. От лап избавились. Что ты будешь на ближней дистанции делать? А, глаз бесполезный. Ну, почти. Ну все. Лапы были реально гораздо опаснее, чем глаз. Действительно очень сильные. Но, увы, этого недостаточно, чтобы уничтожить меня. Неприятно, правда? Блин, вторая фаза. Мои короли, мы привели подкрепление. Все верно, друзья, мы должны быть все вместе. Мы кетчуп в вашем хот-доге, и это наша битва. Крутяк. Вы чувствуете, как внутри вас нарастает энергия? Меч! Это королевский клинок! Дракот, твоя жертва не была бесполезной. Появился истинный королевский клинок. Королевский клинок. 30 урона, 30 магии. Я могу без него вооружиться королевским клинком, я вас понял. Вот это он уронищу наносит, просто вливает по... не по-детски. По 6000. Надо бы его, кстати, прокачать будет, наверное. У нас получилось. Кто знал, истинный королевский клинок. Истинный королевский клинок все это время был в нашем хот-доге. А секретным ингредиентом была небольшая порция сплоченности. Я предвижу абсолютно новую эпоху мира впереди. Направим лапы по домам, ребята. А-а-а.
худший наконец-то позади. Если не считать нескольких хвостов, войне скоро конец. Думаю, наконец-то пришло время встретиться там, где все это начиналось. Окей. Королевский клинок, королевский клинок. 30. Он первого уровня, правда. Так, этот... давайте, знаете что? Где у нас там... Вон, хот-то-дога недалеко отсюда. Давайте к нему заглянем, посмотрим скейлинг на этот клинок. Я думаю, что из него можно будет что-то очень крутое сделать. Да, ищем как бы улучшить хот-дог. Он сразу по 3 добавляет. Так, стоп, этот у нас 104 урона. Этот у нас 100 урона магии. Итак, итак. Да. Сейчас я его качну, и мы, ребят, вернемся. Единственная проблема с этим клинком – это деньги. Его пока не на что прокачивать. Вот, потому что его скейлинг стоит очень дорого, но я уже вижу, что вот у нас, например, этот меч 40 уровня, он дает 100. Этот 12 уровня, он дает все по 70, и следующий скейлинг по плюс 6. То есть это чудовищное оружие. И когда появятся деньги, надо будет его вкачивать дальше. Пока что я его оставлю на пёселе, потому что он очень крут. И в рукопашном оружии, и в магическом нам это выгодно будет. Вот, хорошо, хорошо. А, идемте на то место, куда нам нужно. Блин, это далеко. Давайте я дойду до туда и потом вернемся. Тут неожиданно подвернулась маленькая побочка. Эй, у вас замечательные глазки. Дайте мне 2 минуты своего времени. Эпические гляделки, давай. Я в боевой готовности, но очень хочу спать. Нельзя спать. Давайте поиграем в гляделки. Тот, кто моргнет в течение 2 минут, проиграл. Я в нетерпении, кот странного вида. Просто скажи, когда будешь готов. Готов. 2 минуты начинается прямо сейчас, не шевелись. Всего 10 секунд. Мои глаза застилают слезы. Двадцать секунд, ты мастер в этом деле, я не могу проиграть. Нет, я не моргал. 30 секунд. Эй, что происходит? Думаю, это гляделки, да? Они или просто спят с открытыми глазами? 1 минута, я не вру. Ура, откуда в тебе это мастерство? О, это очень будоражит. Кто же выиграет? Под такую музыку просто... О, он чуть не моргнул, чуть не считается. Блин, это самый напряженный момент в игре. Это самый напряженный момент в игре. Думаю, странный кот выиграет, я болею за него. Как по мне, это солдат тоже молодец. Желтый кот мне кажется замурчательнее. 1,5 минуты, у меня нет выбора активировать муртокол кошьи лапы. Эй, вы кто? Кто-то мяукнул в мою сторону? Я не подойду к ней. А, ты моргнул, ты проиграл! О, милые мои, мне жаль, что это я виновата. Вот дам вам кое-что. Мечка-то солдата, неплохо. Мне правда нужно возвращаться. Еще раз извините, увидимся. Блин, ладно, я мог бы выиграть, но... Вы двое были замечательны. Спасибо, что не дали мне уснуть. Это вам золото. Может, еще встретимся когда-нибудь. Блин, офигительный квест! Просто... А, это был топчик! Это... Вот поэтому я говорю, что здесь нельзя упускать ни одного квеста. Они просто настолько суперские, настолько офигительные. Ну, блин,
Я на полном серьезе вам говорю, какой нафиг Ведьмак? Вот где квесты, вот где... Блин, как по мне, это просто одна из лучших игр. Ну, то есть серии игры. Первая серия была... Первая игра тоже была просто офигительнейшая. Ну и вторая тоже очень крутая. Блин, а тут... А чё это? На какой уровень-то? Наверное, на 10... На 80-й, давайте. Чёрт, я пожалею об этом. Ладно, давайте. 80-й к 80-й. Проверьте ловкость, да, сокровища будут, ага. Неплохо. Давай вторую волну. Блин. В этом и проблема, они меня чуть не убивают. А почему чуть? Убивают! Восстань, брат. Нам надо отличиться. Как бы да, с одной стороны, я их всех могу грохнуть вот так вот, но с другой стороны, они же меня тоже могут взять и вот так вот грохнуть. Так что, да. Этот свеженький, его надо... Третья волна, блин, третья волна с боссом будет, я уверен. Окей, это было не так сложно. Так, чтоб тебя. Все? Третья волна была такой слюнтяйской? То есть, ну, блин, первая волна была, ну, по уровню, конечно, да, но... ладно, ладно. Сокровище отдайте мне, пожалуйста. Шляп ледяного мага. И плюс деньги тоже неплохо. Деньги небольшие, но... Кого это волнует? Деньги всегда деньги. Ладно. А, нам еще дофига идти. Ну ладно, давайте. Я уж не буду останавливать тогда запись. Давайте дойдем. Ух! А, еще давайте здесь сохранимся, на всякий случай. Да, наверное, летать мы такие не научимся здесь. Тот вопрос, которым я задавался долгое время, но меня это вообще не напрягает. Мои короли, вы готовы? Пути назад уже не будет. Эпилог. Да, да. Когда мы забирали вас из вашей временной линии, нас предупредили, что мы должны будем вернуть вас обратно в тот же самый момент, чтобы не допустить парадокса. Вы не вспомните ничего из этого, что пережили. Такого побочный эффект путешествия во времени. Скажите, когда будете готовы, мои короли? Я смогу потом сюда вернуться? Я надеюсь. Наша мурлычица, подождите секунду. Мы еще не попрощались. Мы будем скучать. Хот-дог, который мы приготовим вместе, вышел очень вкусный. Оставьте, я буду жалеть, если не сделаю этого. Это просто шикарнейший кадр. Так что, все получилось? Королевский клинок выкован снова? Да. Остается всего один артефакт. Тогда настанет апокалипсис. Блин.
Офигеть! Просто офигеть! Какие ощущения оставляет эта игра, и... Это, знаете, это не 10 из 10, это 100 из 10. Она просто офигительная. То есть, первая часть была очень неожиданная, загадочная, там было много чего. И вторая часть вообще ни капельки не уступает. И, пожалуйста, пусть будет третья часть. Я хочу, чтобы она когда-то вышла. И получается, у нас вторая часть вышла в прошлом году. Я хочу продолжение, хочу третью часть. Я хочу узнать, что будет дальше с этим миром. Это просто шедевр. Ребят, прям, кто смотрит, рекомендую. Не то, что рекомендую, это прям офигительно крутейшая игрулька. И вообще весь этот мир, вся эта вселенная, они настолько классно продуманы, сделаны. Невероятное количество секретов, пасхалок. Это просто бомбически. И да, мы, наверное, с вами... То есть, если мы сделать так и продолжить, мы начнем с какого места? С сейва, да? Да, перед этим... Мы, наверное, ребятки, с вами... Ну, то есть игра на этом заканчивается, все дела, но я не могу просто так оставить этот мир. Тут еще есть секреты, загадки, которые хочу открыть и узнать. Поэтому мы с вами, наверное, сделаем бонусную серию, в которой мы будем всякие секреты открывать, собственно говоря. Будем ходить по необхоженным местечкам всяким, которые мы здесь видели. По сути, игра сегодня на этом заканчивается, с учетом того, что просто будет еще бонусная серия, но эта игра просто эпичнейшая. Я сейчас под огромнейшим впечатлением. Она очень крутая, очень классная. Абсолютно все. И стилистика рисовки, и музыка, и то, как сделаны квесты, это вообще отдельная тема. Это большим студиям нужно просто стоять в коридоре и, блин, нервно перебирать четки, пытаясь научиться сделать то, что сделали эти ребята. Они просто гении. Эта игра просто бомба. Ребят, повторю еще раз, рекомендую и очень рекомендую. И эта игра просто must have в библиотеке, поэтому... Я просто в восторге от этого шедевра. Пожалуй, да. На этом моменте мы пока что сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. И обычно я в таких местах говорю, увидимся в других игрушечках и в других проектах. Конечно, увидимся. Но в данном случае мы еще и увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.